Дзюдо – это один из самых распространенных видов боевых искусств, который может быть как оздоровительной системой, так и использоваться по прямому назначению – самозащите. Если говорить о борьбе дзюдо, достаточно универсальный вид спорта. Даже если говорить не только как олимпийской дисциплине, а о традиционном дзюдо. Борьба дзюдо в себя включает не только приемы, которые делаются со стойки, с падением, а также есть удержание в партере, также есть болевые наруки, также есть удушающие приемы на шею, на сонную артерию. И также в традиционном дзюдо есть болевые наруки. Поэтому весь комплекс этих всех приемов и дает понять, что дзюдо – это достаточно универсальный вид спорта. Самое первое и простое, что приходит на ум при слове «драка на улице» – это удары. И чаще всего это удар в лицо либо прямой, либо боковой. Дзюдо предлагает более чем эффективную защиту от такого вида нападения. Я не знаю, какой прием я буду делать. Скорее всего, сработает мышечная память. А когда уже будет у меня захват, либо я буду видеть действие, возможно, как бы я уже приведу какой-то прием. Хорошо. Работаем на естественной скорости. Большой скорости не обещаю. Хорошо. Я не Брюс Ли. Я не знаю, кто считает борьбу неэффективной. Как-то мне понравилось. Что произошло сейчас со мной на самом деле? Что я произошло? Не очень понял. Сначала скажу, что со мной произошло, а потом я перейду к вам. Ну, я, в принципе, ожидал удар с правой руки. Ну, в основном, я бью правой рукой. Взял захват вашей левой руки. Имитируем. Да, вот. Да. Я взял просто захват вашей руки, немножко увел в сторону, для того, чтобы войти сюда, чуть в корпус, и увести ваш удар от моего лица. В дальнейшем я просто зашел, и когда я заходил уже сюда, я уже сориентировался, что мне делать. Подхват под одну, либо заднюю подножку, либо подхват в сторону. Подбил ногу. Вывел вашу голову и, убирая руку, сделал падение. Что еще можно сделать? Вот, допустим. Я провел подхват по две ноги с захватом руки и шеи. Достаточно эффективный прием. Я сделал его с падением, затем сам сгруппировался и легко встал. Вариантов амплитудных бросков много. Тут многое зависит от роста и веса противника. В зависимости от ситуации дзюдоист выбирает оптимальную технику. Так, например, для очень крупного и тяжелого противника есть потрясающе мощный бросок – ипон-сай-наге, после которого, если провести его жестко, встать очень проблематично. Здесь я встал на колено и, используя вашу силу, ваши плечи, я довел прием до конечного результата. Не менее эффективно применяются техники дзюдо от ударов ногами. Здесь два варианта. Можно просто уйти с линии атаки в сторону и пропустить, либо, когда наносится удар, как можно быстрее убрать дистанцию и войти в корпус. Вот я бью. Вот, я стараюсь уйти, здесь дальше провожу. Ну, дальше уже. Дальше мы уже знаем. Понятно. Дальше у меня болит рука. А есть еще вариант со сближением, насколько я понимаю, да? Хорошо, что нужно делать? Здесь либо я просто раз поднимаю на второй этаж и бросаю, либо элементарно делаю зацепки изнутри. Кстати, здесь я могу упасть и сделать вам болевой. Одни из самых амплитудных и динамичных бросков – это броски, которые проводятся с падением, как, например, так называемый пистолетик. Сразу же сверху, здесь все, я уже могу провести удушающий. Дальше я могу перейти, провести болевой на руку. Не менее эффективно и опасно для нападающего вовремя проведенная подсечка. Ее делают в движении. Здесь нет времени для подготовки броска, и потому она всегда неожиданна для соперника. Отдельное место в технике дзюдо занимают болевые и удушающие приемы. Их делают как в стойке, так и в партере. И главное, запомните, для любого из нас лучше дзюдо, чем дзю после, потому как после бывает очень больно. И не старайтесь повторять увиденное сами, это может быть опасно для вашего здоровья.